Видео подготовлено каналом Rocky TV. Давайте выполним упражнение 100 на странице 77 учебника по русскому языку для второго класса автора Климановой. Прочитайте стихи, выпишите неодушевленные имена существительные, на какой вопрос они отвечают. Мне нужны такие вещи: молоток, тиски и клещи, и напильник, и ножовка. А всего нужнее сноровка. Итак, неодушевленные имена существительные: вещи, молоток, тиски, клещи, напильник, ножовка, сноровка. Эти слова отвечают на вопрос «что?». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.